Дизайнер Мария Нечаева оформила студию площадью 35 квадратных метров в центре Васильевского острова для своей мамы. Интерьер создавался с опорой на стиль арт-деко, в нем присутствуют яркие акценты и большое количество зеркал. Общая площадь. Место. Санкт-Петербург. Количество комнат. Студия. Кто здесь живет? Женщина. Дизайнер. Мария Нечаева, студия. Фото. Стас Гаврилов. Гостиная. На стенах в гостиной скомбинировали краску и обои с рисунком. Диван, обитый бархатной тканью насыщенного синего оттенка, выполняет роль зоны отдыха и по совместительству является ярким акцентом. Кухня. Кухонный гарнитур изготовили на заказ в столярной мастерской и выстроили по двум стенам. Узкие вытянутые фасады навесных шкафов помогли визуально поднять потолок. Необычным решением стал фартук из зеркальной мозаики, а золотая вставка на нем перекликается с рисунком на обоях. Спальня. Зону спальни выделили мягкими панелями горчичного оттенка, они способствуют звукоизоляции. Кровать помимо спального места взяла на себя функцию дополнительного хранения, постельные принадлежности можно хранить в выдвижных ящиках в основании. Кроме того, в нише в изножье поместили бельевой шкаф. Прихожая. Ярким акцентом в прихожей стала дверь, ведущая в ванную комнату. Ее саму и часть стены вокруг выкрасили краской тыквенного оттенка. Всю мебель изготовили на заказ по эскизам дизайнера. Подписывайтесь и ставьте лайки.